Да, Хазбо, слушай. Пацан, у меня к тебе серьезный разговор. Вчера Логан Пол получил 20 миллионов долларов за одну бой. Я тоже хочу вот столько. И ты такую зарплату не даешь за этот бой. Я перехожу в UFC Кидан Лайту. Мне нужен залка бой. Я хочу вот залка подраться прям. У меня пару вариантов есть. Кого из них выберешь? Семья, короче, боится. Я хочу вот этого наказать, он слишком много болтает. Ты хочешь с Конором Макгрегором подраться? Да, ну, наказать хочу. Просто такая история, то, что весовая очень отличается. Может, ты подерешься с Генри Сихуто, это более-менее твоя весовая категория, и он тебе кидал вызов в инстаграме своем. Скажи.